Всем привет, девчонки и мальчишки. Сегодня у нас кожанка с росписью. Конечно же, девчонкам будет интересно. Ну и мужскую можно так разрисовать аналогично, но на пацанскую тематику. Итак, прилетел мне заказ разрисовать кожанку. Можно сказать, эксперимент. Я до этого кожзам не расписывал, но все-таки решил попробовать. И получилось довольно прикольно. Заказчик доволен, я доволен, все хорошо. Подошло время монтировать ролик про кожанку. А инфы-то у меня нет. Что это за стиль? Кто его придумал? Картинок много попадается, а чего-то внятного нету. Оказалось, что конкретно для этой кожанки взята за основу куртка из Дома 2. Во как. Там, короче, была деваха с псевдонимом Рапунцель. И для нее под заказ расписали именную косуху. Примерно такую, как я сейчас разрисовываю. Но полностью повторять стиль мы не стали, ибо зачем копировать, когда можно сделать по-своему, индивидуально и эксклюзивно. Автором куртки Рапунцель была Ариана Стор в Инстаграме. Можно было бы и посчитать автором. Идея расписывать кожанки и главным массовиком-затейником ее. Но ковыряясь в недрах интернета, видно, что таких косух море. С кучей разнообразного кастома, рисунков и надписей. Поэтому роспись кожанки можно посчитать народным творчеством. Что касается процесса рисования, для начала все протер водовкой. Кстати, алкоголь хорошечно обезжиривает поверхность. Далее вооружаемся кисточками, красками, акрилом по ткани, поролоновыми губками и в рукопашную, почти без трафаретов, пишем и рисуем абсолютно что захочется и пожелается, либо что захочется и пожелается заказчику, либо вам. Желательно слои делать не мега толстые. Самое главное — добиться насыщенности краски на поверхности. Прозрачные надписи нам не нужны. Расписываем всю кожанку, обводим кое-где контуром и даем окончательно подсохнуть, и готово. Погуглив чуть подольше, я нашел такие косухи на Алике. И там была кожанка фирмы Lords LDS стоимостью порядка 6-7 косарей деревянных рублей. Перейдя на официальный сайт данных чудотворцев, наткнулся на кучу таких курточек. В итоге я нашел там примерно такое описание. Женская кожаная куртка Lord LDS, байкерские куртки и пальто с красочным принтом в стиле панк, уличная. Вот мы и добрались к вопросу о стиле. Это не один стиль оказался, по крайней мере, мне при поверхностном осмотре попались куртехи с надписями в стиле панк. Хип-хоп, стимпанк, думаю, и рокерский, и стиль металлистов, всякие разные, да думаю, даже вплоть до хохломы с гжелью может быть. Наткнувшись на сайт «Ярмарка мастеров», попалась куртка с надписями стоимостью в 1500 рублей. Но там написано, что итальянская кожа. Надеюсь, ни один житель Италии в данном конкретном случае не пострадал. А вообще, думая, что еще бы такого написать на свободных местах на куртке, рылся по картинкам, чего только на них не рисуют. Микки Маусы, крестики, нолики, тонна всяческих надписей, приличных и неприличных. Сердечки, звездочки, короны, значки радиации, атомные взрывы, значок анархии и надпись «Панк Нот Дед». Всякие стихи разные. Прикололи надписи «Береги природу, мать вашу» и «Не будь одноразовым». Также попадались с текстами песен Цоя, Летова, Круга. Особенно классно смотрятся кожанки с рисунками, тем более если это сделано аэрографом и во всю спину, естественно. Например, попадались такие шедевры, как бульдог в строгом ошейнике на мотоцикле и на фоне луна. Частенько попадались самолеты, змеи, собаки, черепки, птички всякие там, совы, орлы, а также бабочки-цветочки, куда уж без них. Львы, тигры, конечно же. Еще кто-то нарисовал даже ежика в тумане, правда на джинсухе, но не суть. Также видел Гелендваген на спине. В общем, поле деятельности для творчества весьма неограничено, и полет фантазии может быть бесконечным. Надеюсь, это не последняя кожанка, расписанная мной. В планах еще разрисовать джинсовочку, но поживем увидим. Я думаю, если выйти на улицу девушке в такой куртехе, внимание прохожих обеспечено, шептание бабулек у подъезда и перемывание косточек. Особенно если сделать необычную прическу и яркий цвет волос. Вот это я понимаю веселуха. Мне вот интересно узнать у вас, дорогие друзья, какие бы вы надписи на кожанке сделали бы сами, или какие подошли бы и смотрелись прикольно. Напишите, пожалуйста, в комментариях.
Что касается этой куртки, я ее разрисовал вручную, но думаю, если будут еще такие заказы, то надписи можно было бы разбавлять трафаретными надписями, они более ровные и прикольные. И можно было бы замутить куртежку полностью из трафаретов, где надписи пересекаются друг с другом, а также узоры и в конце концов полные работы, рисунки, кастом как-никак. Еще вдобавок джинсы с надписями и кеды разрисовать будет круто. Я так думаю, а как вы считаете? Дайте знать в комментах. В таком наряде запросто можно отправиться на какой-нибудь концерт или на День города или что-то подобное. Еще, поковырявшись изрядно в интернетах, я уже отчаялся, что у меня не хватает инфы для полноценного ролика, а просто процесс рисования видеоряд под музыку – это не наш метод. Инфа нашлась нежданчиком, как говорится, откуда не ждали. Моя жена несет телефон со статьей, практически с ответом на все мои поиски, откуда чего и как взялось. Любопытный факт. Американские летчики вернулись героями с Великой Отечественной войны. Герои были одеты в кожаные куртки, расписанные вручную. А героям подражают, с них берут пример. Молодые байкеры тут же стали расписывать свои мотоциклетные куртки. Так развивался байкерский стиль. Он стал синонимом кожи, бунтарских настроений и мятежных произведений искусств. С тех пор байкерская форма, белая футболка, черная кожаная куртка – основа жизни – личное самовыражение и юношеское сопротивление. Все вышесказанные для информации, а сейчас кожаные куртки расписывают дизайнеры. Ну и мы приобщились тоже, так сказать. А на этом, думаю, пора заканчивать мою болтовню. Надеюсь, вам понравился ролик. Куртка, надеюсь, тоже. Пишите свое мнение в комментариях. Буду рад почитать, узнать ваше мнение. Ведь для кого я пилю видосы, как не для вас. Спасибо вам большое, всем удачи, всем пока-пока. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them clothes. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We do the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. Seeing the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers. Then I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talk and your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like.